Добрый день, друзья! Давно не было видео, извиняюсь за паузу. В этом коротком ролике хочу вам показать, какие бонусы выпадают в подарках Альянса или как можно быстро прокачать VIP без доната. Каждая индивидуальная покупка игроком дарит сундук всему Альянсу. Самый лучший и дорогой – это золотой сундук, как вы знаете. Лучшие награды, что мне из него выпадали, это 2000 VIP и 4 золотых ключа за раз. Так вот, отвечая на вопрос, существенны ли бонусы от нахождения в Донат Альянсе, скажу вам, да и очень. Постоянные сундучки и приятные награды. Сейчас я открываю сундуки утром. Большинство доната происходит с началом дня, когда откатывается таймер. Золотые я открою вам в конце. На 138 сервере немало русскоязычных игроков предпочитали вступать в донатерские альянсы. Я на тот момент не понимал, насколько существенные бонусы можно получать в них. Таким образом, на старте игры за первый месяц-два можно получать дополнительные награды, которые позволят вам оторваться вперед относительно других игроков при прочих равных. Сегодня, кстати, как назло, мне что-то сыпется не очень награды. Обычно мне выпадает гораздо лучше. Не скрываю баланс кристаллов, самому приятно, как их много копится благодаря этим сундучкам. При этом я покупаю каждую неделю все 8-часовые, скоро и поднял сбор до 925 тысяч. Сейчас у меня острый дефицит ресурсов. А у скоров еще очень много. Как правило, донатят одни и те же игроки. Если вы не знаете, как определить такой альянс на старте игры, обращайте внимание на уровень подарка альянса. Донат альянсы вырываются вперед заметно раньше других. Также смотрите игроков с высокой мощью, в каких они альянсах. Ну вот, я открыл золотые сундуки. Сами видите, тут, конечно, награда случайная, как отличная, так и фуфло в виде 24 часов шахмат, которые зачем-то преувеличивают войска в вашем замке. По-моему, это бесполезная фигня. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу наград за подарки Альянса, а также в каких случаях вы применяли усилитель шахматы, если в нем вообще какой-то толк. Вот показываю вам мой уровень VIP, который я лично поднимал только до 7 уровня. Если текущий темп не сбавится, 9 я открою уже где-то через 2 недели, сам при этом не вливая денег и кристаллов. Спасибо за просмотр.